Всем оригинальное приветствие, это Оптимистр. Сегодня специальный киноблог Оптимистр и канала Брейнант. Я нахожусь на втором дне Комикона, и там творится настоящее безумие. Даже заходить туда боюсь, но пошли. Друзья, это большая удача, я снова встретил Иисуса Христа, самого Иисуса Христа, сам Иисус не зашел к нам, и это какое уже по счету пришествие? Второе. Ты уже несколько раз мне говоришь, что это второе пришествие. С последнего второго пришествия, Христос, ты очень изменился, что с тобой случилось? Ну, просто решил немножко сменить имидж, помоложе чуть-чуть стать. А то в прошлый раз ты уже старомодный был. Ну, видимо, это издержки пришествия очередного. А как тебе Комик-кон? Отлично, очень радует все, отлично организовано. А какие-нибудь, может, косплеи уже понравились тебе самые лучшие? Или вообще из событий что-нибудь понравилось? Что-нибудь, может, посмотрел? Ну, пока еще не успел ничего посмотреть, но он мне очень порадовал косплей «Зеленой стрелы». Какой косплей тебе понравился больше всего, запомнился? Ну, мне очень запомнился косплей «Зеленой стрелы» и «Элизабет» из «Биошок 3». А на себя косплей еще не видел? Нет, не видел. Отлично. Иисус с нами, Иисус единственный. Спасибо, Христос. Если вам встречаться с теми звездами, которые говорили вашим голосом для всей России и всей страны. Я один раз встретился в Москве с суперзвездой. Суперактер, действительно, который может сыграть все, что угодно, и ты ему веришь. Он оказался на редкость скучным и неинтересным человеком. Я 20 минут слушал, как он мне объяснял достоинство московского кефира.